Привет, ребята! Сегодня я хочу попробовать новый формат видео. Это макбанг. Сегодня у меня это пирожки с луком, с яйцом и помидорка. Итак, приступим. Хочу такую тему развить. Знаете, я вообще вот человек, который вот боюсь только одно. Это смерти близких, да. Но в плане людей я никогда ничего не боялась. Это, можно сейчас сказать, даже о том, когда мне было лет 18, наверное, 19, я поехала в гости к чужому мужчине, к парню, и не побоялась, даже не думала, что что-то со мной произойдет. Я приехала к нему, мы с ним поговорили просто, и мы с ним разошлись. Потом был случай еще. Так, тут у меня тут водичка. Еще был случай, когда я поехала в лес. Тоже. Как-то раз тоже. Ну, мне было уже, наверное, лет 20 с чем-то. Мы поехали с ним в лес. Погуляли по лесу. Я тоже ничего не боялась. И поехала, понимаете, это, конечно, глупо, но почему-то в то время для меня это было не страшно. Мамины пирожки. Если вам такое видео зайдет, то есть если вам понравится, я еще как-нибудь сниму с мужем, и уже вы позадаете мне вопросы. А на определенные темы мы ответим с мужем. А пока что у меня пришла такая идея. Я долго собиралась снять этот макбанг. И решилась. Но если вам оно не понравится, я его удалю. И больше такие видео не буду снимать. Я вообще не понимала, зачем я еду к чужим мужчинам. К парням и ничего не боюсь. А вот знаете, еще был такой, была такая то есть, ситуация, что я боялась одно время высоты, но потом мой страх улетучился, потому что мне приснился сон, что я во сне не боюсь высоты. И с того времени я перестала бояться высоты. Это, конечно, странно, но на данный момент думаю, что даже хорошо, потому что я мечтаю спрыгнуть с парашюта. Мой, ну, страх, вы, наверное, знаете по одному из видео, это я очень сильно боюсь смерти близких. Я не знаю, как я переживу смерть мамы, потому что, ну, родители же не вечные. Вот такая вот тема вот такую развила насчет страхов. Да, мне еще приспрашивали мое хобби, побольше о нем рассказать. Вы, наверное, знаете, это, конечно же, стразы. Я очень люблю делать картины по номерам. Мое любимое было хобби, знаете, это раньше, когда мне было лет 15, может быть, 17, я очень любила петь. Хотя у меня в этом таланта ноль. Да. И что мы сейчас делаем на карантине? Муж у меня работает, Максик у меня иногда ездит к бабушке. Но это ничего, не бойтесь. Бабушка живет в частном доме, и никуда больше не ездит и никуда не ходит. Поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Я в своих родителях уверена, поэтому вкусные. Умеет мама делать очень вкусные пирожки. Помидорка. Правда, из магнита. Очень вкусно. Поэтому, если вам это видео понравилось, что смотрели это видео, всем-всем пока!